Так, ребята, скачал себе приложение Action, поняли? Вот ценника нету здесь, а сколько стоит, мы не знаем. Этот мы знаем, сколько наборчик стоит. Берем, выбираем хопочки, навели на штрих-код. 3,95. Этот наборчик стоит. Увидела в ТикТоке. И стала жертвой ТикТока. Типа того. А это что у тебя? Кисточка. И кисточка, да? Так, тут еще вот такой наборчик продается. 5,95. Кристина думает, брать, не брать. Напишите в комментариях, кто таким пользуется. Нормальный, ненормальный. Так, ну Кристина решила взять вот такой вот наборчик. Он 4 евро стоит. Заместо этого решила взять вот такой. Что это ты взяла? Это контуринг для лица. Контуринг, да. Ну, короче, набрала себе. Причиндала в целую кучу. Сейчас посмотрим, сколько это все будет стоить. Да, как говорит Кристина, стала жертвой ТикТока. Вот это все нам вышло на 10 евро 11 центов. Всего лишь. За что мы любим очень сильно Action. Супер, Action рулит. Будем испробовать качество.